Всем привет! С вами Мобильные обзоры, и сегодня у нас небольшая распаковка Bluetooth-колонки от фирмы Nomi BT111N. Стоимость этой Bluetooth-колонки во всех интернет-магазинах составляет порядка $10, чуть-чуть меньше, а в интернет-магазине Allo на нее акция, и цена составляет 99 гривен, то есть чуть-чуть меньше $4. Итак, поставляется она в такой небольшой картонной коробочке. И колонка бывает трех цветов. Черная, красная и синяя. У меня колонка в черном цвете. Я ее уже распаковывал. Вернее, мне ее распаковали в магазине для проверки работоспособности. Посмотрим на внешний вид и на комплект. Так, в комплекте идет шнур мини-джек для подключения к смартфону, либо же какому-нибудь другому девайсу, у которого нет Bluetooth. Потом чек, инструкция, гарантия и, собственно, сама колоночка. Колонка выполнена из приятного на ощупь soft-touch пластика. Колонка в меру тяжелая. Если верить отзывам в интернете, ее аккумулятора достаточно для 2 часов автономной работы. Итак, на колонке с одного из торцов мы видим разъем для подключения шнура зарядки. Это обычный microUSB. Потом вход AUX мини-джек 3,5 мм. И кнопка включения-выключения колонки. С другого торца мы видим кнопки прорезиненные плюс-минус пауза-стоп. Зажав плюс либо минус, мы управляем громкостью. Нажав быстро, мы управляем треками. Предыдущий либо следующий трек. Ну и пауза, остановка. Как я уже сказал, колонка выполнена из приятного на ощупь soft-touch пластика. Есть такое небольшое резиновое колечко, для того, чтобы можно было повесить ее на сумку, либо на рюкзак. Колонка без проблем подключилась к iPhone под управлением iOS 15. При помощи этих кнопок можно было без проблем управлять и громкостью, и треками. Ставить на паузу, воспроизводить, переключать треки. Громкость, ну, что можно сказать, конечно же, если взять даже самый дешевый JBL, это будет на порядок более громкая и басистая вещь, но не забывайте о стоимости этой колоночки. Вот, пожалуй, все, что я хотел показать и рассказать в этой небольшой распаковочке. Как я рассказал, стоимость этой колонки в данный момент составляет порядка $4, даже чуть-чуть меньше. Ссылочка на нее, как всегда, будет внизу в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч. Всем пока.